приветствуем на трассе Казань Каньон, один из самых рельефных интересных треков в России, на курсе Race Track Level 1. С вами сегодня работает Никита Кондрахин, меня зовут Александр Зарубин, с нами еще целая команда техников, которая внизу готовится уже к программе, ну и Мария, она здесь была, тоже, естественно, нам во всем помогает. Ну что, немного давайте поговорим о том, на чем мы сегодня будем ездить по треку. Это, естественно, новый автомобиль BMW M4 Competition. Траектории проходить небольшую совсем дистанцию. Но в чем минус? Минус в том, что нам придется поворачивать руль сильно и, соответственно, замедлять машину. Тоже очень сильно. Связаться, просто нужно сказать, что произошло, и все. Ну, надеюсь, что до этого не дойдет все-таки. Вот это нужно объяснять какие-то элементы. Я так понимаю, что вы все водители BMW. Нет, ему надо. Вот Палыч только. А что ты ушел? Ты сядь сюда, что ты ушел? Сейчас, блядь, он по рации больше всех сейчас спрашивает, где отвечает. Кроме вот этой кнопочки, которая всех всегда очень волнует, есть еще две. Я сам всегда нажимаю кнопку M-Mode, держу ее, чтобы выключить ассистента, чтобы когда вы подъезжаете к белой линии, которая есть везде вдоль трассы, машина не начинала с вами вам пытаться как-то ассистировать. Зажимаете mode, ждете, пока на экране не появится надпись «Активировать режим трек». Мы же на треке, активируем его, и у нас выключается музыка, красный центральный дисплей, и включаются все ассистенты. И определенный вид приобретает проекция и экран. Используйте вы это, на самом деле, очень удобная штука. А у нас есть кнопки M1, M2 на руле, M1 режим спорт, M2 режим плюс, все. А, вы запрограммировали? Мы запрограммировали, да. Если вы хотите какой-то персональный режим выбрать, можно нажать кнопку Setup и там уже вручную натыкать. Выспались? Мы в режиме. Вот это тоже. Собственно, парни, Слушай, да? В свободном порядке по автомобилям, кроме автомобиля номер 7. Это мы. А, уже можно садиться? Один раз. Что за лимит включен? Лимит, смотри. Выключил он лимит на руле. Выключил. Бля, выключи МДМ. Нажми. Все, ничего не нажимай. Все, езжай. В смысле, подожди, это выключено? У тебя все нормально? Нет, выключено. Вот сейчас вот, нормально. Да, просто. Вот так. А off что написано? Все нормально. Братич, езжай. Все ровно. Какая скорость он сказал? Под 80 надо тормозить. Влево. Не 180 градусов, а абсолютно на прямых колесах въехал в препятствие. В общем-то, там человеческий организм и работает. Смотришь в препятствие, едешь в препятствие. Влево в сторону объезда. Ахмат сила. Я сказала, стартуем. Повернул руль, все нормально. Поехали, 80 скорости. Комментарий хоть? Да.
Говорил, что мы уже поехали, да? Звоним по твоим. Вот мои коллеги, собственно, показывают, направляют, куда именно лучше ехать. Сейчас мы поедем в, как я сказал, в ознакомительном темпе, очень медленно. Поворачиваем ручку. Сейчас нужно завершить. И смотрим, что это.
автомобиль номер 3, номер 1, проверка связи. Рукой помашите мне. Все отлично, спасибо, увидел. Друзья, сейчас будем двигаться поактивнее. Имейте в виду, что погодные условия реально экстремальные. Покрышку желательно не перегревать, потому что можно сильно удивиться. Она может не разрушиться, но свои свойства она теряет, если температура переваливает на 100 градусов. Чтобы этого избежать, старайтесь менее агрессивно тормозить, когда у вас повернуты колеса. То есть максимально прямолинейно оттормаживаетесь, да, в поворотах с тормозами поосторожнее. Естественно, система стабилизации не экспериментируйте. Не стоит это все того. По готовности левого указать поворота. Будем двигаться по такой же схеме. Первый круг сделаем прогревочек. Еще раз вспомним все точки. Главная точка торможения, да, их ни в коем случае не пропускайте. Они и так стоят достаточно близко, да, к быстрому режиму езды. В общем, первый прогревочный, затем два быстрых. Сделаем смену, еще два быстрых, отпылочные, и будем заезжать на этот лейт. Поворотчик, пожалуйста, номер один. Все. Движение за моим автомобилем. Поехали. Опять же, ничего не изменилось. Ограничение скорости на 60 км в час.
Желание есть большое, и у меня бомбит. Помчал я за ипотекой, ну или кредит.